Я Мария Булавинская, студентка Ukrainian Film School. Я сама беларуска и уже як 2 года съехала с Беларуси за политичного переследу. Еще не с моей родимой Гомельщины в Украину летят российские ракеты. Тому меня попросили расповести, как белорусы ставятся до войны и агрессии России в дочинении до Украины. Спочатку я расповеду, какая сегодня ситуация в Беларуси. Напевно, шмат украинцев бачили вар'яцкую лекцию Путина, у якой он фактично обвестил войну Украине. Тады и он сказал, что Украину придумал Ленин. Дык вось, все то же самое, что Путин тады сказал про Украину, все то же самое Лукашенко лечит про Беларусь. То бок, Путин хотел знищить украинцев за 3 дни, а Лукашенко знищал белорусов мэтанакіравана 28 год. Он знищал белорусскую мову, переписывал историю, катавал, сбивал и нават забивал белорусов. А белорусы протестовали, але гэтые протесты были задушены. И сегодня Беларусь фактично находится под оккупацией. Пераважная большинство белорусов супраць гэтай войны. 27 лютого белорусы вышли на антивоенные протесты. И тогда было затримано больше за 600 человек, а по інших звестках больше за 1000 человек. Белорусы после 15 суток арышту почали выходить на свободу и рассказывать жудасные истории катавання у турме. Белорусов сбивали, над ими здекваліся. И тогда белорусы распочали партизанскую войну. Сегодня проводятся диверсии на чыгунцы, каб спынить перасовывание российской зброи до межи с Украиной. Такие диверсии были уже проведены у Гомельской области, Витебской области и Брестской области. Белорусы абсолютно спокойно ставятся до санкций, и коли они ударяют по некому заводу или предприемству, то нават радуются, бо спадзяюцца, что удар по экономике может пошкодить и режиму Лукашенко. Белорусы всего света собирают гроши для допомоги украинским утекачам, для закупки автомобилей хуткой допомоги, медикаментов и войсковой амуниции. Сегодня украинцы часто задаются питанием, ці уступят войски Беларуси в войну с Украиной. Дык вось, каб разуметь, что являют себе белорусские войска, хочу показать символ солдата Лукашенко. Это снеговик, який злепили идеологи Беларуси, коли сустракали уваход российских войск на территорию Беларуси. Але існуюць и нормальные белорусские войскоўцы, которые сегодня баронят Киев от российского агрессора. Это батальон имя Костуся Калиновского, который сегодня дзейнічае в Украине. Я хочу отзначить, что пераважная большинство белорусов не подтримывает эту войну. Пераважная большинство белорусов разумеет, что лёс Беларуси сегодня залежит от лёса Украины. И коли украинцы лишат, что белорусы так само вороги, то это не так. Вороги у нас один, это режимы Путина и Лукашенко. Мы верим в перемогу Украины. Слава Украине! Живе Беларусь!